Воробушки, воробушки. Всем привет, ребята. Вот так вот разогнал я их всех. Жестко, но как получилось. А? Посмотрите, вон они. Сотня, больше, как минимум. Как минимум сотня, а то и больше. Вот они поднялись. Посмотрите. Вот так вот. Ну, вон лентяи уже, конечно, вниз. И разогнал пескунят, всех согнал. Даже, ах ты, какая-то курва на дерево села. И, извиняюсь, ну, села. А не было. Чуть ли не на крышу залез. Вон они. Приподнялись, а там до хрена голубей. И с яиц, и не с яиц. Сейчас быстро полетают и сядут, и ради бога, там несколько штук, может быть, убежало с яиц. У других дети уже тепло не замерзнут. Вот они. Посмотрите, сколько их там. Вот так вот мы полетаем. Приподнялись. Ну, уже кто-то падает, кто как, но... Вчера тоже неплохо там штук 11-12. Хорошо. Что-то они все в лес, кто по дрова летают. И стая, и здесь, а вот. Но все равно вот так вот. Пускай собираюсь, все больше сегодня не трону. С утра и в город мотался. Там почистил чуть-чуть. Полы в голубятне. Правда, не побелил, но, наверное, все-таки вот уже садятся. Наверное, все-таки я стекло сниму. Сниму стекло. Потихонечку. Уже морозов. Ничего нету, никаких морозов. Он уже там один. Уже почти в точку ушел. Вот. Вон там банда. Хорошо, его на одиночки пошли. Одиночки тоже там пошли. Можно, конечно, было постоять и вот этим не давать садиться, но нельзя. Пускай. Пускай. Как бы начало, не начало. Вот уже зимой гонял, но мало. Мало. То не знаю, то туман, то еще что-то. Сапсан. Коршун. Сейчас коршунов нету ни одного. Вон я сидел, вот чай пил и... Тишина. Маленький этот перепелятник. Тут мотался он, никого не трогал. Дикари залетели, пошли. Вон она куча полетела. И вон одиночки. Одиночки там наверху еще. Это банда здесь. Угады. Вот. Вот как-то так. Позагонял всех. Ни одного малыша ничего не осталось. На крыше все умотали. Вот они. Так, сейчас на паузу. Что-то темновато показывает. Так. Лучше не хочет показывать. Ну, как-то так. Вон он. Коршун летит. Коршун подходит уже. Сейчас. Так. Вот он. Вот он, вот он. Летит. Или это орел? Нет, наверное, все-таки коршун. Хотя, не знаю, крылья большие, хвост маленький. Какой-то орел. А те ребята мои, вон они. Вон поднялись, а куда? Ага, вот уже. Опять еще один. Вот этот коршун. А те хорошо умотали. Вот уже они сбились. Уже вот почувствовали чуть-чуть опасность. И они как бы сбились в кучу. Вот она стая. Поймал я ее.
так одолю. Хорошо. Хорошо ушли. Эти что-то дропперы мои никак не сядут. Крутятся, крутятся. Так. Ну, а вот над стаей уже еще один коршун. Вот над той стаей будет видно, вот рядом, рядом летает коршун. Те хорошо дали газу. Так, сейчас на паузу. Вот только на паузу нажмешь, тут еще вот один прилетел, остановился, здесь крутится. Интересно вот смотреть, вот второй еще пришел. Интересно, конечно, наблюдать за ними. Ну, вот они, два штучки здесь летают. На кругу остановились и все. А стая моя, вон она, вот на белых облаках их будет видно. Вон там стая ушла. Потихонечку, потихонечку голуби набирают, набирают, несмотря на то, что у них там птенцы и еще кто-то. Ну, кто-то играет. Эти-то видят этих наверху и вздюхают. Вздюхают. Вот если бы они под ними прошли, вот эта бы стая точно там была. Хотя я в любом случае вот посмотрел, посмотрел, стаю я все-таки, сотню я поднял в небо, несмотря ни на что. Вот даже кто-то, тройка, пятерка, кто-то играет, вот они стоят. Он пошел, куда его потянуло. Да, в куче, конечно, игры нету, но все-таки, все-таки я гоняю вот как могу. Поэтому, ну, по-другому у меня не получается. Но гонять голубей я очень люблю. Очень люблю голубей гонять и смотреть на них в небе. На земле тоже интересно, но в небе красивее. Так, моя стая сейчас покроется. Уже уходит в облака. Вон они. Не знаю, как попадет голуби в точки. Там больше десятка. Больше десятка. Вот они, видимо, там туча. И они чуть-чуть заходят, то исчезнут, то пропадут. Фу, то появятся. Вот она. Да, я там никак не поймаю голубей. Не поймаю, ушли они. Еще солнышко чуть-чуть вот смотрит. Сейчас пойду голубят не отойду. Может быть, оттуда постараюсь. Эти вот летали, пошли вот. Сбились, кто играли, не отыгрались и пошли опять. Вон там кто-то желтый кувыркается. Еще один желтый, вот молодой, кувыркается. Вот и эти. Так, ладно, сейчас на паузу. Вот отсюда их видно лучше, но я не смогу показать. Сейчас. Так, ну эти вот здесь, на улицу вышел. Голубятни все равно там чуть-чуть вот. Вот сейчас затянуло тучу. Я сейчас попробую, все-таки попробую поймать этих голубей. Сейчас я поставлю на паузу, чтобы не сомневались, что там голуби есть. И сделаю 20-кратное увеличение. Если попадутся они мне, я покажу вам. Хотя вон они там. Я вот вижу, ну, периодически теряю их. Вон кто-то, двойка опускается, пикирует вниз. Двойка, а стая ушла. Вот в эти черные тучи. Сейчас подожду. Все-таки не могу я их поймать. Я их уже видел и потерял. Вон они, опять я их вижу. Они в точке, голуби. Сейчас еще раз попробую. Не получается у меня. Не получается у меня вам показать. Скажешь, скажут люди, брешешь. Брешешь. Вот эти вот вон разыгрались тут. Вон кувыркаются, играет кто-то. Вот что-то все в разброс мотаются. Вот кто-то садится, садится. Давай, давай. Мраморный. Мраморный. Вот они.
В общем, я не нахожу стаю. Стая ушла. Ушла. Я и не то, что на камеру, я их вообще не вижу. Пропали голуби куда-то. Вот эти вот. Здесь вот одиночки мотаются. И все. Там большая стая, большая куча была. Вот одну точку только вижу сверху. Больше нет. Ну, ладно, я подожду. Вот эти вот, они все в разброс. Вот людям нравится в разброс. Не люблю я, когда голуби так летают. Кому как, а. Да, они, конечно, больше играют. Вот кто как может, кто-то кувыркается, кто-то он потянул, сыграл, и каждый сам по себе. И вот так вот они игру набирают в стае. Ни в коем случае они ничего не... Ну, они только лед набирают. И все, время вот полета там, вот как. Вот она моя стая. Вон она, вот видите, ребята, вот дырка вот в небе синяя, и вот рядом... Рядом моя стая голубей. Вот они уже опускаются. Опускаются. Вот где пробел. Не знаю, будет видно, не будет. Вот уже они на темное летят. Не знаю, я... Экран как-то темным показывает. Я не знаю. На них направляю. Но там есть голуби, показываю. Нет, черт его знает. На всю приблизил. Так, если отдалю, может быть, так будет видно. Опускается. И вот сверху надо мной еще трое. Три одиночки. Вот четыре. Четыре. Видимо, кто-то отбился от стаи. В одиночку летает, но уже потихоньку опускаются. Вот они, мои голуби. Вот на сером небе их должно быть видно. Вот они уже ниже. Вот сколько их там, я не знаю. Ну, вот они. Сейчас приближу на все. Вот она, моя стая, поймал. Ах ты, поймал. Разлетелись, правда. Чуть-чуть разлетелись. Вот так отдалю. Эти красавчики. Молодцы, дали сегодня газу тоже. И вчера некоторые. Но сегодня лучше стая ушла. Сегодня вот, как и сказал, минимум сотня умотала. Конечно, надо ждать теперь, кто прилетит обратно, кто не прилетит из малышей. Но в любом случае сегодня вот и так вот по возможности каждый день, я же говорю, вот и в город съездил, прибрался, вот вывез там мусор, все вот это выпустил. В городе уже дождь начался, у нас еще приехал нет, ну взял и выпустил побыстрее. Вот погуляли минут 30, ну надо подпугнуть. Даже с учетом, если кто-то пропадет, и черт с ним. Вот когда-то же надо начинать гонять. Вот они, мои ребята, вот. И одиночки, и всякие. И вот стая прилетела моя. Молодцы. Ветер что-то начался. Ну, наверное, дождь пойдет. Как и обещали. Обещали дождь. Будет дождь. Вот как-то так. Они потихонечку тренируются. Все, что меня еще и радует, вот голуби начали потихонечку летать. Молодцы. Вот кто-то играет мраморный. И стая. И моя стая прилетела. Надеюсь, все. Вот так. Давай. Садитесь, ребята. Не готовлюсь там ни по времени, ничего. Я не очень люблю долголетов. Вот. Ну, хотя бы 1,5-2 часа голуби должны летать. И должны вот так вот, как вот эти, уходить в точку должны. Обязательно должны. Крыши не должны вышибать. У меня вон такла, вон сизые в точке. Иной раз покрываются с бакинцами. Хотя это неправильно гонять таклу и бакинцев. Конечно, неправильно. Ну,
У меня по-другому особо не получается. Поэтому как получается, вы все видите. И я все показываю. Вот она, стая. Стая прилетела. Вон над стаей еще один. Один, кажется, повыше стаи. Вот так одолел. Опускаются. Молодцы. И солнышко уже пробивает. Ну, очень даже, очень хорошо. Я просто сегодня рад за них. Даже с учетом, если кто-то, не дай бог, пропал. Ну и ладно. Благо вот, ну, коршуны, сапсан пока, тьфу-тьфу-тьфу, не навещал, чтоб я его до следующей зимы не видел. Было бы очень хорошо. А так, ну, тетеревятник там, воробьятники всякие. Вот карлик прилетит. Карлик опасный гад, опасный хищник. Вот они. Вон они наверху. Кто как умеет, это вот надо рядом. Я особо не выделяю, так вот не смотрю. Вот получается снять, как голубь играет. Я снимаю, не получается и не получается. Выкинуть там более с игрой голубей и показать, что они умеют играть. Я так, настолько времени у меня нету. Надо вот выгнать толпу. Как я делаю, выгоняю толпу и всех гоню. Родители они, не родители, птенцы у них или нет. Крылья есть. Кушать они кушают, пьют. Значит, должны. Значит, должны эти, вон уже пошли объедать. Значит, должны летать. Даже если у них и дети есть. Да, они не особо там хотят, и особо и не летуны будут. Но в любом случае, если он там пролетел 15-20 минут, и то хорошо. И то хорошо. И маточник надо периодически там посидели, там год-два, надо их менять. Надо их менять, давать им небо, если даже у вас есть маточник. Ну вот у меня вот как есть, так и показал. Надо открыть двери, пока пускай они заходят. Все-таки кого-то я и согнал. Сейчас на паузу. Вот сегодня прибрался, почистил полы. Ну тут сухой помет был. Вот сейчас больше чистить не буду. Просто голуби начали линять. Вот. И нижние вот эти вот гнезда были подзабиты. Так, двухчубая сидит. Вот здесь остались голуби, кто особо не боится, остались на яйцах. Вот эти чехи сидят, вот, не знаю, чехи, мулиманы. Вот одна желтая голубка вот снизу сидит. Здесь вот еще одна, темновато. Вот она, еще одна голубка сидит, две пары сидят на яйцах. В общем, хватает тут, вот здесь. Два птенца, кто-то там повыводил. Здесь сидит голубка, здесь вон один птенец. Вот с яиц согнал, кто-то слетел. Вот здесь два штучки растут, подрастут. Надо вот просто вот здесь помет будет скинуть. Вот они здесь, два таких сидят. Вот с яиц согнал. Здесь вон два малыша. Вот согнал. Вот этих надо греть. Согнал. Вот слетели. Вот белые. Здесь пара. Пара желтых. Здесь то же самое. Здесь вон сизый и белястый такой. Вот он еще один желтый. Здесь вон два штучки сидят. Здесь атаклы сидят. Вот, ну, в общем, все, пойду открывать, хватит болтать, надо им открыть, пускай вот кому надо, пусть садятся, греют. Хотя не холодно, но в любом случае надо им дать садиться,
на детей, на яйца пускай садятся. И он желтенький пролетел зеленой грудью. Вот он откуда-то взялся. Вот эти уже потихонечку опускаются. Моя стайка. Где вы? Вот они. Стайка опускается. Вон орел опять прилетел. Вот этот, вот тот орел. Это не коршуны. Коршуны, вот они два летают. Вон они два. А вон там, вон повыше, тот орел. Так, надо отойти. Так, все. Молодцы, сегодня банда хорошо полетала. Хорошо. Пускай недолго, но все-таки они молодцы сегодня. И чтоб они были молодцы. О, даже этот летает. Мой командировочный перс. Вот он. Неужели? Что-то в лесу сегодня сдохло, точно. Вот он. Который на второй день прилетел с 500 метров. Вон такло. Он по хорошим кровям, ну вот, то болел, то... А вот сейчас уже вырос, здоровый шаг вырос. Но летать он как бы не хочет. Он объясняет то, что он уже вырос, мужчина, и все. Летать я не буду. Ну, наверное, не у меня. Вон там пара очень высоко еще опускается. Вот так вот, если приближу, если попадут в кадр. Вот один, вот второй, вон еще третий. Вон они. Вот и небо прояснилось, как растащило. Что-то эти не сели, полетели опять. В общем, вот такие вот дела, ребята. Как-то так. Сегодня они молодцы, я вам так скажу. Если бы кто-то стоял рядом, посмотрел, вот как голуби полетели, наверное, бы оценили. Пускай они недолго, да, они недолго по времени летают. Сейчас, потом наберут чуть-чуть, попозже чуть-чуть наберут. Вот он, шаболда. Вот так вот, мужчина. Садись уже. С перепугу его, вот командировка его подвергла. Вот он, желтый кувыркается. Вот она пара опускается. Вот пара и еще один. Вот сейчас будет в кадр попадать. Вон они играют, где два штучки. В общем, все, ладно. Так, ролик длинный получился. Вот как-то так, ребята. Всем удачи, здоровья голубям и вам. Вот, и гоняйте голубей, показывайте. Как-то так. Так, попрощаться я попрощался. Вот думал, голуби сядут, они не сели. Вот один желтый опускается, и еще один поднялась, пятерка. Было 7, 2 желтых сели, и вот пятерка у меня. Вот он играет, желтый вот этот. Эх ты, пятерка у меня исчезла. Там куршуны были, и они загнали мне. Голуби покрылись в облака, залезли в черные тучи. Вот один желтый здесь мотается. Вот он пикирует, хочет сесть. Вот так. Давай, друг, садись. Вот он его заносит. Вот его надо и отметить. Красавчик. Вот он рядом. Раз, два, три. Вот четвертый сидит справа. Ой, молодец. Так, вот еще появляются голуби. Вот он один. Вот он, одна точка. Вот он летит. Вон он, второй опускается. Вот он, второй. Два, вот сейчас, значит, это будет три. Вон он, четыре. Значит, одного еще нету. Вот они пикируют вниз. А вон он и пятый.
Вот они, пятерка моя. Все-таки они опустились, опускаются. Вот, надеюсь, будет видно, чтобы не сказали этот пустозвон и все остальное. Я и ролики длинные, потому что я хочу показать, как оно есть на самом деле, и все показать. Если есть голуби в небе, если я их знаю и вижу, я стараюсь показать. Если их нету там, как некоторые рассказывают, там он в пикете, я не говорю. Поэтому вот решил вот показать. Вот он еще один опускается. Белый. Вот так. Вот так. Молодец. Молодец. Давай, 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 давай. Садись. Белый. Вот и полетали. Недолго. Полтора, около двух часов. Все, больше не полетали. Нету такого времени сейчас. Вот он еще один опускается, вот он хлопает. Опа, пошел, опа, сыграл. Вот он темный, что ли, какой-то. Небо серое, то тучи, то этот. Вот оно, солнышко. Никак вот тянет. А это желтый. Желтый. Вот он хлопает. А вон там над ним еще точка. Вот тот выше всех. Вот этот еще один. И все. Вроде бы и все. Там вон коршун сверху летит. Ну вот, как-то так, ребята. Вроде бы и все, думал, они вот-вот сядут. Они сбились в кучу и полетели. И полетели наверх. Вот желтый садится, и вот этот на сером небе плохо видно мне. Тоже кажется желтый. Вот у нас ласточки прилетели. Вот они, две штуки. Вон поперлись. Я вчера вот ролик тоже снимал своих дикарей. Вот первый раз увидел, вчера ласточку увидел. Да, два желтых, вот два желтых опускаются. Так, отдалю чуть-чуть. Два желтых, третьего, в общем, не знаю, где он был, очень высоко. Ну, надеюсь, не дурак, и надеюсь, опустится. Так что вот все, что хотел сказать и показать. В общем, я ни в коем случае не люблю не преувеличить. Лучше, вот он желтый садится, лучше чуть-чуть преуменьшить, потому что человек заедет в гости, посмотрит, Юра, ну тогда давай пугнем голубей. Вот они у меня, опа. Конечно, они могут полететь, а могут и не полететь. Я и сегодня даже не думал, что полетят. Вот они так хорошо. Вот он желтый еще один. Вот так. Вот так, давай, давай. Вот один где-то остался, но там коршуны были, и он или в сторону ушел, но он очень высоко был. Ну, его я как бы, я ждать буду, но прилетит, не прилетит, кто его знает. Все-таки надеюсь, что прилетит. Вон она, точка. Не, я там не покажу. Вот сейчас приближу. Вот он на просвет будет попадать. Не этот. Вон он, вон он, вон он, вон он. Вон она, точка. Точка. Вот этот дурак вот там еще остался. Один. Это тоже мотается здесь, никак не сядет. Вот он на просвет, на голубой. Вот так будет, наверное. Наверное, не будет видно. Вот так сейчас попробую приблизить на всю. Вот он на белых облаках. Вот она на белом небе, точка. Не знаю, насколько там видно будет. Ладно, не факт. Ладно, все. Вот он, этот желтый садится, другой. Все. Мои космонавты сегодня дали газу. Да и вчера вот не может так быть, как и сказал. Вот сегодня поднялось в небо 100 штук больше. Ну, сами видели, что... Многие сразу отвалились, многие чуть полетали. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но в любом случае, тут еще есть и резанные, вот всякие малыши, которые, может быть, и потерялись. Кто его знает. Ну, я люблю большую стаю в небе. Очень люблю, когда вот сотня. Это бывает не так часто, но иногда бывает, что сотня уходит. Просто-напросто уходит. Практически в точку.
уда напугает их, или вот кто-то напугает, или они со своим, как сказать, с большим желанием полетели. Но не всегда, не всегда. Так что вот так вот. Опять же попрощаюсь. Все, ребята, удачи всем и хорошего гона.